Друзья мои, всем привет-привет, с вами Дим Димыч на своем канале. Уважаемые гости, подписчики, зрители, други. В общем, как и обещал, в сегодняшнем видосе, эта часть будет 2, я покажу, что у меня получилось. Так, где у нас свет? В общем, в первой части, ребят, делал я вкладыш сам. Во второй части я показываю, как получились ноженки для вот такого вот изделия. В общем, ножны с вкладышем. Вот таким образом получился у меня шов. Петелька, подвесик. Обработка шва. Ну и накидал небольшого тиснения. Попробовал поэкспериментировать с окрасом. Ну, то есть немножечко попасть в цвет. Так, ну и, соответственно, заход ножен. Все четенько, все аккуратненько. Поставил свой логотипчик. Ну и как обговаривалось, сделал небольшую полировку рукояти в бонус клиенту. Все, ребят, на этом коротеньком обзоре буду заканчивать свой видос. Кому нравилось, подписывайтесь на обновление, ставьте лайки, переходите по ссылкам. Ссылки на свой профиль закреплю. Там в личке можно будет со мной списаться по пошиву и изготовлению, по индивидуальному пошиву и изготовлению подобных ножен. Ну и не только таких, соответственно. Делаю ножны только по индивидуальному проекту, то есть по самому ножу. Всем всех благ. С уважением к вам, Дмитрий.